Чувашии началась печать избирательных бюллетеней. Всего необходимо подготовить порядка 3 600 000 листов. Каждый избиратель получит по 4, 2 на выборах депутатов Госдумы и 2 на выборах в республиканский парламент. В первую очередь печатают бюллетени для федеральной избирательной кампании. В выборах в российский парламент участвуют 14 партий. Кроме того, по 2 одномандатным округам, расположенным в Чувашии, стать депутатами Госдумы планируют 18 кандидатов. Планируем до понедельника отпечатать. В день выходит где-то 1400, наверное, где-то у нас выходит. Каждый бюллетень защищен от подделки. На бумагу наносят специальную сетку. За процессом печати следят члены избирательной комиссии и сотрудники МВД. Напечатанные документы будут под замком. Каждый экземпляр под счет. Лишнего не напечатают. Готовят в издательстве и бюллетени для голосования за границей. Их отправят в Республику Беларусь. Там будет организован специальный избирательный участок, который отнесен к территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Чебоксары. Россияне, проживающие на территории сопредельного государства, могут проголосовать в посольстве нашей страны. Для того, чтобы указанные избиратели могли там проголосовать, мы сейчас уже изготовили избирательные бюллетени и готовимся передавать их в ЦИК России для последующей доставки в Беларусь при помощи Министерства иностранных дел Российской Федерации.